В едином информационно-расчетном центре подвели итоги акции «В Новый год без долгов». В течение месяца собственники могли погасить свою задолженность за жилищно-коммунальные услуги без начисления пени. В акции приняли участие 820 человек. В итоге пени списали на сумму почти 3 миллиона рублей. Были среди муравленковцев и так называемые отдельные рекордсмены. В целом этот гражданин заплатил 200 910 рублей, и списано у него было пени на 86 660 рублей. В ходе акции в общей сложности собственники квартир оплатили долг за жилищно-коммунальные услуги на сумму более 9 миллионов рублей. Тем не менее, тема долгов не теряет своей актуальности. И на сегодняшний день за жилищно-коммунальные услуги муравленковцы задолжали более 158 миллионов.